Привет, друзья! 2 июля примерно в 9 часов 30 минут утра на 276-м километре федеральной трассы Р-22, на территории Скопинского района, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. По предварительным данным, 60-летний житель Тамбовской области ехал на Форд Мондео из Москвы. Он пошел на обгон, при этом он не удостоверился в безопасности маневра. На встречке автомобиль врезался в грузовик «Фотон». От удара последний перевернулся. После этого легковушка по касательной столкнулась с буксируемым в попутном направлении автомобилем «Шкода Октавия» под управлением «Сорока» пятилетнего жителя Тамбовской области. В результате ДТП водитель «Форд» погиб. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.